Вот такие встречи с активами регионов у нас становятся, и они впредь будут традиционными. Мы, как я уже сказал, будем уделять серьезное внимание развитию района, малых и средних городов. И прежде всего это будет связано с необходимостью обеспечить равномерное распределение производительных сил в стране. Об этом я тоже говорил. Люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси, в том числе в Барановиче. Но для того, чтобы здесь дети ваши и внуки наши жили, надо создать условия. Условия не хуже, чем в лучших местах нашей Беларуси. И перед нами стоит задача, прежде всего, развить экономику этих регионов, чтобы были рабочие места и была зарплата для людей. На этой основе решать социальные вопросы, сократив до минимума разрыв в качестве жизни населения, допустим, между Минском и Барановичем и Барановичском районе. Что касается экономики регионов, работа здесь будет вестись поэтапно. Акцент будет сделан на этих 11 городах Беларуси, где в ближайшие два года, подчеркиваю, два года, должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне и наш город Баранович, и Барановичский регион, один из крупнейших в Брестской области регионов.